Софья Иванова занимается дзюдо в спортшколе Ивантеевки уже 5-й год и делает серьезные успехи. Она уже дважды становилась чемпионкой Московской области, завоевывала призовые места в соревнованиях России и Центрального федерального округа. В ближайших планах стать мастером спорта. Сначала я хотела пойти на гимнастику, но меня и не взяли. Потом я такая понимала, что это было бы даже не мое. Вот. Пошла на дзюдо, просто понравилось. У меня пошел азарт в соревнованиях, то, что вот хочется выигрывать, то, что это мне нравится. Ну и мальчики не задирают. В стойке во время схватки, длящейся не более 3 минут, для спортсменов по технике дзюдо практически нет ограничений. А вот в партере запрещено проводить удушающие приемы, но при этом разрешены болевые. Мне как-то нравится бороться. Ну, бороться. Как-то в душе хочется это делать. Ну, привлекает вообще. Межмуниципальное первенство по дзюдо спортивной школы Ивантеевка проводят на базе Дворца спорта «Олимп» каждую осень. В этом году здесь собрались порядка 140 спортсменов из Пушкинского, Щелково, Богородского, Дмитрова и других округов Подмосковья. Мы каждый год проводим соревнования, как раз осенью, первенство спортивной школы. Начинаем, так скажем, сезон. Это возраст будет бороться 2011-2012. В январе у них уже будет проходить первенство Московской области, так скажем, это подводящие старты. Победители по итогам соревнований получили заслуженные награды и теперь отправятся показать свое мастерство на первенстве Московской области. Антон Бутовец, Сергей Денисов, Анна Белова и Мария Головачева. Новости Большого округа.